Привет, девчонки. Вышла на улицу, дома сижу, ничего понять не могу. Какой-то гул стоит. Слышите, наверное. А что это такое? Там еще поля, наверное. Что-то происходит, дым какой-то стоит и гул стоит. Гудит, гудит прям. Вышла прогуляться. Да этих заснять. Вон та королева идет впереди. Вот что это может быть? Гул такой стоит. Вообще, блин. Кошмар, короче. Купили машину Варваре. Арсений ездит. А Варвара вот туда-сюда ходит. Тебе ничего не жмет, она машина эта, ни с каких сторон. Я думаю, там еще поля жгут, горят. Ну, может, поля специально жгут. Ну, там пожарка стоит. Я думаю, вот он. Ну, вообще-то я не знаю. Чего? Знаю, что в Америке жгут поля, чтобы трава быстрее. Чего? Она у тебя камера не в ту сторону даже смотрит. Видно, обзор-то же большой. А я думаю, что это за закат, что ли? А потом смотрю, пожарка стоит. Поля горят. Где ты ее там увидела? Ну что машину-то бросил? А та королева ручки в разные стороны и пошла. Идет, идет, идет куда-то. Вон там пожарка. Ну а что к чему, что за гул-то такой? У нас то газует, то гудит что-то. То все, зимой все в тумане стоит от газов. Ну ты догоняй уже эту королевну. Да, Сеня, машину поворачивай. У соседей такой дом маленький, аккуратненький, а свой даже показывать не хочу. Когда мы этот ремонт сделаем, господи, у нас сука денег нету. Крышу надо, делали, крышу опять переделывать надо. Катя, ну я хочу ее заснять. Она бегом убегает. Ой, здесь вообще не хочу показывать даже. Купила дом около свалки. Скоро травой все зарастет. Скажи всем привет. Ручкой помаши. Скажи привет. Сенька гул этот боится. А? Сенька гул этот. Наверное, опять что-нибудь в Кировском. Она, а? К луже идет. К луже идет. Туда-сюда своей задницей маленькой. Туда-сюда, туда-сюда. Такой сладкий ребенок. Ты пошла кораблики пускать? Вот что такое может гудеть? А соседи наблюдают, что там горит. Вот что там может гудеть? Все, ты только не упади в эту лужу. Там ничего не плавает. Там ничего не плавает. Вот тут вот не гудит, туда проходишь чуть дальше возле нашего дома. Ты далеко. Как не, тут просто дом загораживает. Гул. Ужас какой-то. Я представляю, кто рядом живет. Как там у них гудит. Варвар, не упади, не надо, грязная. Варвар, не надо. Вот сейчас много чего можно запускать. Иди ее посади в машину лучше. Она не дает, она по минутку, наверное, проехала. Вот хожу как хвостик. За ними. Палочку какую-то нашли. Но живем в деревне. Дрова лежат уже 2 года, никому не нужны. Представляешь? Некому попилить их. О, здесь уже разбирают забор. Тут тоже вот все, пособрать все эти деревяшки. Трактору, наверное, здесь забор этот повалить, и трактору можно будет проехать. У нас на огород даже, там вот участок, он зарос.
через вот этот участок мы это, в свой огород тартар загоняем. Кать, что ты ее бросила? Пойдем. Кать, она руки измазала. Пойдем, мама тебе ручки протрет. Ну? Зачем ты в грязь залезла? Звезда. Посмотри, какие руки грязные. Вот посмотри, какие. Вот ты зачем в грязь залезла? Надо идти. Надо идти протирать. Да? Ладно, пошла я домой, тут холодно. Ну. Ты зачем грязь залезла? Женечка, вынеси салфетку там на этом уголке лежат одно. Ой, лишь бы где поколупаться, блин, полазить в грязи и зарисоваться. Дети сегодня стадо своего водили. Да, скоро будем зоопарк наш смотреть. Бедные овцы, у них аж эти космы висят. Ну, их надо брить как-то на лето, застригут, а они их вообще никогда не стригут. Они вообще как там спят, и вообще там крошечный домик. Друг на друга. Стоя спят, наверное, корова. Скоро будем зоопарк ходить смотреть? Да. Там салфетки лежат. Чё там? О, да. Птичка летит. У нас на деревьях еще даже почки не набухают. Вот год в этот раз, блин, вообще. Но зато крапива растет. Ладно, что пойду схожу в огород, наверное, посмотрю, что там лук хоть начал расти или нет. Спустили, все в грязи, да. Блин. Скорее бы все это... Кусты спилили, вообще тут страшно даже. Вот так вот, столько дров лежит уже 2 года. Надо, наверное, пилу взять и попилить. Жалко, столько пропадает, а? Ну, считай, целую машину, блин. Ну, а мы, может, дома с печкой купим. Да, и будем эти дрова перевозить. Да? А как же? Катя, иди вытирай, ладно. Пошла я. Ты красотка? А? Взяла пакет и обсыпает себя вещами. Она крутая у нас. Спать уже пора. Она наряжается. А, Варвар? Пошли спать. Надо убирать это все, иначе это завтра она что-нибудь нальет, обольет, перельет. И будет все черным-черно. Вон, видите, все, вот так мы с вещами, вот так вот. Вот так обсыпаемся. Ты домоенок, ты домоенок. Ты домоенок маленький. Такая смешная везде, такая, как она улыбается. Ты куколка наша. Не хватит махаться. Так, белая костюма довольная сидит. Баловница маленькая. Такая сладкая, чудесная девочка. Господи, когда мы этот ремонт сделаем, у нас еще страшнее. С каждым днем все страшнее и страшнее. Фломастеры кончились, больше рисовать нечем. Да, она найдет, она уже гуашь нашла. Хотя я успела вовремя заметила. Да. Варвара спать пойдет? Катя складывает, Варвара сбрасывает. Катя складывает, Варвара разбрасывает. А где у тебя резиночки? Ай, блин! Катя, Варвара. Резиночка. А зачем она уже? А, там скоро приедет много резинок. А, Катя ей на Алиэкспресс заказала резинок. Практически сколько халявных. Там? 100 штук? 100 штук, 3 красивые. Потом заколочки. Они по... А, три пары. А. То есть 6 штук получается. И заколочки. А, еще резинки бантиком. Да? Да, их 10 штук. Ну все. Налепим ей на каждую волосинку. И все это я за все... Это я заплатила. А я заплатила копейки. Копейки. Потому что там бонусы, купоны были. Ну резинки, говорит, за 48 рублей что ли там. 100 штук. За 50. За 50. Неважно. Все, складывай. И давай спать, Шуруй. А что я ее укладывать буду? Да пусть она ходит. Такая сладкая. Что нервы трепать? Такая звездочка, такая маленькая девочка все. Малюсенькая такая. Все, давай это. Все складывать.
Все, аккуратистка. Аккуратистка. Куда понесла? Пакет складывать. Умница, умница. Она как услышала спать. Спать ни в какую. А нет, как резаная, блин. Все, завтра до синего. Хватит уже. Катя сегодня ездила в город с Варвариным отцом покупать Варваре кроссовки. Вот такие кроссовки. Обалдеть. 1600 стоят. 21. Ты сказала 1600. Но у меня 200 с лишним бонусы были. А, 1900 и минус бонусы 1600 вышло. Вот такие. Пришла такая вся модница, сковородница. Они блестят. Ну, красиво на ножки смотрится. Ой, как девчонки дорого обходятся, это вообще обалдеть. Ну, еще подарок он от себя купил. Куклу-то вот от куклы. Парики, кукла Лол. Вот такая вот кукла, у нее вот такая башка, и на эту бошку одеваются вот эти вот парики. Еще кепка есть. Ну, про куклу она уже не говорит, какая цена. Это Лол оригинал. Какой-то хайдо... Как? Хайдолболс. Хайдолболс. Короче, название куклы не вышепчешь. С тапочками, тапочки, видать, ботиночки снимаются эти. Но она не говорит цену этих кукол. Видимо, очень дешевая. У Лол еще и такая есть шапка. Да. Такая фуражечка. Варвара спит уже. У нас уже время много. А что, обязательно вот где она гуляла в этом логе? Так 28 минут. Может, это и такая? Вот такая вот. О, шапочка. Вот в этот влог запихаешь. Какой в этот? Да. Ну как-то получится, там музыку надо подделать чуть-чуть. Устала я. Еще с этим пультом бегаю. Даже плойка есть. Это от Хайдобус. Ну, это вот от этой вот куклы. Сумка. А это вот от этой. Сумочка вот такая вот. И расчесочка. Это не к ней. Не к ней? Это вот к этой. Вот к этой, ну понятно. А это к этой, да? Да. Еще вот такая вот заколочка. Ну а у этой всякие парики. Скальпы. Скальпы. Они одеваются на эту черепушку. Сейчас она покажет. Ой, вообще обхохочешься, кукла, как она. Да я фиг его знает. Вот так вот, по-моему, собирается. Вот так вот. Ужас какой. О, на индейца похоже. С этими вот веревками. Индеец. А рот вообще на клюв похож. Я сначала не поняла вообще, это что это такое. Ну, если... Ой, скальп снялся. Ой, ужас. Ужас, а не куклы. Не видать нифига. Ой. Домовенок Кузя. А что, похож на какого-то домовенка, по-моему? Ну, там еще вот. Вот еще на вот кого-то еще похож. Вот это вот лучше смотрится. Как мы сейчас будем показывать парики все? Ну, а что нам, что пихать? Парики будем показывать. Еще хочу сказать спасибо всем, кто подписался. Нас сегодня... Вот так она еще красивая. Уже 100 человек. Сегодня 1 мая. Ну, это вы позже, конечно, видео увидите. Потому что у нас уже ночь. Катя не хочет, говорит, и так там большой сильно влог. Так а там, наверное, лишнего много. Да там я это запихала, которая сегодня там отрывочки снимала ее на площадке. Ну ладно. Вот такие вот покупочки сделали они на день рождения Варваре. А куклы все-таки сколько стоят? Много будешь знать. Сказали, много будешь знать, скоро состаришься. Куклы, короче, куклы бесценны. Он сказал, другую купит. Такую же Лолку, только уже капсулы. Катя, сколько можно уже? Все куклы, вот, пожалуйста. Кукла голая. Эту раздела, блин, всю изрисовала. Глаз ей с глазами там что-то сделала. Она у нее глаз уже один инвалидный, он надо не открывается. Надо ее помыть. Она не играет ни колясками, ни игрушками, а ей это она бросит. У нее еще другие дорогущие куклы есть такие вот по типу. А где-то девочка такая потерялась у нас. Катя, а мы потеряли пульт. Пульт. Катя второй день ищет его. Ставила туда батарейки, и пульт потерялся. Чтобы новый купить, он стоит 3500. Вот так вот.
У нас все, ну, слава богу. Завтра полезу в мусорку. Я говорю, Катя, может, она его в мусор выкинула, а ты на помойку снесла. Она говорит, пойду искать. Сережка сказал, завтра придет, пойдем вместе в мусорки лазить. Два мяча полезут. Ну, мы, ну что, я один, подобает. Так, ухряпались еще. Ну, чтобы уже создать вид. Ну, а да. Что делать, блин? Ну, правда, там дождик кропалит, ну, я не знаю. Может, все-таки выкинули, куда он делся? Ну, соски же у нас куда-то делись. У нас кукла такая пропала. Она, да, она, может, там где-нибудь стирается в ванне замочена. Я уже и там пульт искала. Нет, в ванне нету ее. Она вообще не хочет куклами играть. Такая кукла красивая. Я ей сегодня вон какую причесываю. Да какая она красивая, страшная, как глаза на все лицо, блин. Мне, правда, вот не нравится рука вот эта загнутая, как будто сломанная. Ой, не знает уже, что ребенку купить. А какие запасы? А с машины вот купили 9 тысяч, 8 тысяч машина, и она ей не играет. Ей она нафиг уже не Почему нужна. Почему она? Она же пришла, сразу села в нее. А ты что, куртки? Так холодно дома. Да, сегодня просто некогда, она устала, она сегодня на детской площадке бесилась, орала там, визжала. Все. А, они еще сегодня на площадку ездили, вот, за кроссовками, на площадку заодно, там, в торговом центре сходили. Она где-то больше часа скакала, на уши всех поднимала. Красная, как помидор была. И... Вот еще хочу ответить на вопрос. У вас дома, наверное, газовое отопление, что дети раздетые ходят. Ну, что частный сектор, дети дома раздетые ходят. Вот, видите, она у нас сидит в пуховике, замерзла. А дети раздетые. А она вот сидит в пуховике. Я что, в кофте, в штанах, блин. И все, она мерзнет вечно, и чуть что, она все, я заболел, и начинается шмыганье носом, чихание, кашляние, блин, сопли ручьем, блин. Опа. Опа. Так, видео вы позже увидите, я уже буду, наверное, это второе у нас видео, третье буду снимать, я уже буду снова прической. Завтра Пашка, ну, вы, естественно, увидите позже, иду стричься. Катя, ты не забудь. Подстригусь, конечно. И покрашусь, буду красавица. Я буду спать в это время, наверное, с Варькой. В 12 часов? А что нам? Она, ну, сейчас она легла, сейчас усню, выспится за ночь, в 6 тебе подъем устроит. Завтра Сережка придет, надо сказать, чтобы соску принес. Ладно, все, пошли мы видео делать. Устала я спать. Так что нас уже 100 человек, даже не ожидала, что столько будет. Спасибо всем, девчонки, что подписываетесь, что смотрите нас. Всем пока. Че пока-то? Не пока еще. Нет, у нас там еще, ну, Ванька, ладно. Наверное, минуты пошли на полторы. Пошли видео мы делать. Так ты же сказала, это следующее видео будет. Ну вот в этом будет. А то другое будет, да? Да. Ну ладно. Потому что некрасиво получается. Катя там как-то снимает по секунде, по две, по три. Блин. Потому что там все время то ли дети, то она уходит, то она прячется, то она вообще в батут ушла, то Сережа. Сережа она никак не хочет показывать. Все время нос свой пихал. Угу. Ладно, все, пошли мы видео. Наверное, тоже хочет сниматься. А, наверное, его только как раз там ничего не хватало. По-моему, меня достаточно. Ну, меня хоть не видит. А, надо киндер убрать еще. Да. Ладно. Все,
камеру включила, она машину выключила и все. И бегом текать. Ну, Катя, только футболок набрала нафиг, а одела опять грязную рваную, эту старую. А ты что повернулся, играешь? Ой, там девочка, девочка бегает и все. А я вот сходила, подстриглась, и не знаю, как вам видно будет вот так вот. Ну, потом маленько отрастет, будет нормально. Хоть себя показать со стрижкой. Давай рваться. И опять бежать. Ты почему такая, а? Хвостик кое-как заставили сделать. Ну, что говорю, машина-то красивая, ты должна быть красивой. Кое-как он набегрет, вот так. Пока, все. Поняли все? Пока. Вы куда, мадемуазель, уезжаете? Далеко от нас вещи-то собрали? Может, вам чемоданчик-то собрать? Ага. Надо тележку купить к этой машине, чтобы она... И отправить ее к папе. Ты когда разговаривать начнешь? Сенька сел, что? Ремень ему маловастенький. Катя, он упадет только вместе с машиной. Вот так вот садится, но включать никому не дает ее. Где кнопка? Все, и сразу кричать. Ни в какую не дает включать ее. Вот как она будет на ней ездить? Так и будет бандура стоять. Ты все, что там ешь? Все крошки собрала. А? Звездюлька, ты все крошки собрала? Ты же моя маленькая, у меня там картошка жарится с мясом. Она сломать должна их. Да она, короче, не доживет до того, когда она на ней поедет. Надо она будет новую. Так а что? Будет без дверей, телега. Телега будет. Кукла моя.